Я снова вас всех приветствую, дамы и господа, и вы на канале Бог. И сегодня, ребятки, я снимаю новое очередное видео по открытию кейсов CSGO. Но, вернее, это не совсем открытие кейсов, а, скажем так, разносторонние режимы, которые связаны с CSGO. Здесь есть и краш, и колесо, и мины, и даже битвы с клэшем и классиком. И что уж говорить про открытие кейсов, апгрейды и контракты. И, в общем-то, если я вас заинтриговал, досмотрите видео до конца. Ну, а для пущей мотивации вас поставить лайкосик и подписочку оформить, я разыграю сегодня 142 рубля на ваш киви кошелек. Ну и конечно же, пацаны, чтобы принять участие в этом конкурсе, нужно немножечко постараться. Правда, постараться придется совсем чуть-чуть, потому что вам нужно набрать всего 1211 комментариев. А уже завтра в моей группе ВКонтакте, как обычно в прямом эфире, я подведу итоги. Условия вы знаете, а теперь алливидерчи открывать кейсы. Ребята, также вкладочка промокоды на сайте KickKnifex дает вам возможность получить приятный бонус. Ну а все эти бонусы, где их вообще взять, да, есть в моем телеграм-канале по ссылочке в описании. Промокод CSGO. Каждый день по 2-3 промокода на ваши любимые сайты. Смотрите, у нас есть реферальная система, последнее, что хотелось бы вам показать из приятного. Тут у меня 3873 участника, и вот она в описании, специальный код, специальная ссылочка, все есть. Так, смотрите, здесь также можно скачать свою ревку, если она у вас присутствует, и, в принципе, зарабатывать на этом бабки. Ну что, давайте посмотрим, что можно здесь выбить. В прошлом нашем видеоролике я вывел эмочку, которая называется АВП «Скоростной зверь» за 4000 рублей. И с этого баланса, конечно же, я бы хотел вывести еще что-нибудь 1000 за 5 и оставить на следующий ролик. Было бы вообще хорошо. Ладно, мне в последнее время, ребята, почему-то больше всего симпатизируют именно кейсы. Не знаю почему, напишите, какой у вас любимый режим на этом сайте, если вы на нем играете. Но я думаю, сейчас играют на нем многие. И хотелось бы от вас услышать ваш любимый режимчик. Было бы неплохо. Так, 609 рублей. Давайте оставляйте хорошие скины, которые нам будут выпадать с кейсов. И посмотрим, что вообще нам удастся выбить. Но на самом деле с АТМ-ки довольно-таки редко что-то интересное падает. И давайте, наверное, после этого уйдем. Ну, если нам что-то не выпадет. Ну да, нам выпало довольно-таки все скудненько, все слабенько. Балансик теряем, а это уже о чем-то говорит не очень хорошем. Так, попробуем апгрейды. Я на самом деле очень редко ими пользуюсь, потому что они никогда мне ничего, вот прям реально никогда мне ничего не дают. Ну и сейчас, короче, ладно. Ого, на классе кто-то залетел даже так. Ладно, так, ребята, нам нужно окупиться, это наша сегодня главная задача к ролику, потому что, ну, без вывода, без интересного контента, конечно, ролик не соберет просмотры. Нам нужно постараться, и сайту тоже, блин, ну какие 200 рублей, камон. Это последняя попытка, это последний шанс. Я почти все бабки слил уже, 3 минуты ролика только, камон, я не готов. Я не готов так быстро, подожди, выдай что-нибудь. 500 рублей, блин. Ребят, дело плохо, врать не буду. Давайте, наверное, на X3 попробуем зарандомить и поделим наш баланс по 250 бачей, хотел сказать. Нет, по 250 рублей. Спокойно на движухе так вот возьмем. И на 221 рубль. Так, красненькая. На изичах. Спасибо. Это было хорошо, потому что этот баланс нам сейчас очень сильно пригодится. И этот скинчик нам тоже сильно пригодится. Тут какая тактика будет действовать, ребята? Либо рискуешь, либо не пьешь шампанское. Все вы это и так знаете, но напоминаю, что здесь нам нужно сегодня вот с этих вот ширпа-скинов попытаться сделать 10 тысяч рублей. Я не знаю, ребята, я реально не знаю. Возможно, нам повезет, и в каком-то из этих режимов мы сразу вытянем джекпот. Такое довольно-таки часто увидеть можно, и поэтому... Верим в чудо. Сейчас может выпасть X5, и она нам не выпадает. Хорошо. Ладно, давай попробуем сделать вот таким образом. Возьмем 7 бомбочек, и нам нужно 3 раза угадать. Раз, два, три. 600 рублей. Отлично. Берем 6 бомбочек. Каждый раз на одну уменьшаем. Мы пытаемся угадать. Не угадали. Так, 5 бомбочек. Раз, два. Раз, два. Есть, 800 рублей подняли. Слушайте, ну, не так уж и плохо на минах можно поднимать. 12 бомбочек, давай вот сюда. Проиграли. Давай 9 бомбочек вот сюда. 870 рублей. И 1400. Хорошо. Ребята, я никогда не думал, что я поднимусь именно на минах. Смотрите, у нас 3500. Очень, я бы сказал, неплохо держимся. Учитывая, что вообще какой-то там малюсенький баланс оставался. Подняться на минах до прежней точки, ну как минимум до прежней, это хорошо, это уверенно.
Возьмем 2 стикера и приготовим их на следующую ставку. Блин, я вот, к сожалению, пропустил. Здесь бы на X5-очку я по-любому поставил и выбил бы ее, но... Ладно. В принципе, зато там поднял. Хорошо. 1200 рублей. Не зря поставили. Я думаю, отсюда можно уходить. И поставим 500 рублей на 1.5. Потихонечку, помаленечку, но мы с вами поднимем, ребята. Я обещаю. Рано или поздно с вами выиграем. Так, давай. Хорошо, уверенные 3x, да, коэффициент? А, нет, на 1.57, ладно, прошу прощения. Ну, давай, ничего, на 1.5 будем ставить, потихонечку, помаленечку проверять наши шансы. В принципе, все впереди. Очень хотелось бы, ребята, на Кнафиксе поиграть с большим балансом. Там 15-20 тысяч, как вы думаете? Что вы скажете вообще, в принципе, по ролику? Нравится ли вам более-менее 2-3 тысячи баланс или 5-10 тысяч интереснее? 20, там, сколько нужно? Стой, 25x. Смотрите, мы могли сейчас что угодно поставить. Неплохо. Так, давайте, наверное, последний раз ставим на 1.5 и попробуем уже поиграть в другом режиме. В любом случае, вот если сейчас выиграет, будет совсем хорошо. Мы даже плюсанемся по итогу этого ролика. И хотелось бы, чтобы так оно и было. Потому что 1.5 довольно-таки легенький коэффициентик, и я верю в то, что он может нам что-то интересное дать. Давай, только сейчас не 0. Только не 0. И это уверенные 2.22. Отлично. Очень-очень хорошо, у нас 5407 на балансе. Хорошо. Так, теперь можно попробовать сделать вот так вот. Довольно-таки спорно, но на самом деле я на таких коэффициентах очень-очень редко что-то забираю, потому что практически на них не ставлю, пытаюсь как-то с более хорошей вероятностью выиграть. Но с чем как бы не шутит, как говорится, поэтому смотрим. 2.5, и оно чуть-чуть не играет, вот реально чуть-чуть. 5к на балансе, пацаны. Можно даже пойти в кейсы и выбить что-то интересное. Забрать, так скажем, свое. Вот здесь челик вытащил кровавый спорт. Здесь вообще выпадала неплохая тоже АК. Вот тут орбита выпадала. Хорошо, давайте тоже попробуем урвать свой кусочек. 447 рублей. Но мы на самом деле не сильно минусуемся. И баланс у нас пока что, напоминаю, все так же в плюсах. Небольших, но они есть. Так, калашики. Картель, да ты хороший мой. Но, правда, минус опять, ну ладно. Мы ждем, мы выжидаем. И знаете, как Флойд Мейвезер в своих боях выжидает, а потом бьет. И вот мы также сегодня с Кнайфиксом. Опа, выждали, хорошо. И, ребята, я подумаю, наверное, сделать алынчик какой-нибудь и забрать скин. Хочу показать вам вывод, но на самом деле баланс на следующий ролик не помешало бы оставить. Не знаю. Давайте еще поиграем, у нас присутствует неплохой балансик для этой всей темы. Ножички, наверное, открывать не будем, но вот, например, засекреченное можно на 1000 рублей себе позволить. Да, хотел бы сделать all-in, как я уже и сказал, попытать свою удачу и что-нибудь интересное выбить. Ну и скин забрать тоже хочется, чтобы как-то не в минусах уж быть сильных, 646. Ну давай еще раз. Если нет, попробуем сделать all-in и забрать. Ну, all-in, конечно, я буду делать на клэше, мне это безумно симпатизирует этот режим. И 100 трековский, 900, ладно. А, мы в минусе опять, черт возьми. Что за, что происходит, Кнафикс? О май гад. Давай-ка, давай без этого, а. Ну. Ну, сможем. Закалыч! 3000. Такой вообще впервые у меня, ребята. 6300, отлично. Это хороший камбэк к ролику. Блин, надо было закалку забирать, пацаны. Что-то реально не подумал. Что-то я не подумал. Изумрудный дракон. 700 рублей. Так, ну мне это уже нравится, это уже не фигня какая-то, это довольно-таки уверенный интересный видос. Давай. Давай сотворим еще что-нибудь интересное. 500 рублей, ладно. И, наверное, ребята, как я уже и говорил, у нас будет с вами all-in, только уже будет не на 3000, а на 5500. И хотелось бы, наверное, эмочку превратить во что-то более интересное. Блин, ну хочется, но я боюсь на самом деле, как-то это все рискованно. Но давай, 1.65, ребята. Если выиграем, забираем скин, если нет, заканчиваем на этом ролик. Вот такой вот эпичный у нас конец. Если вам понравился ролик, ставьте лайки. Ну а мы сейчас надеемся только на наше везение. Давайте, я чувствую, я везучий сегодня, а? Кнафикс, не подведи, брат, не подведи, хорошо. Охренеть, 9000 рублей, ребята, мы подняли просто с какой-то жопы вылезли и подняли эти денежки. Давайте с вами обязательно сейчас сделаем вывод, я думаю, какой-нибудь вот такой вот глок за 3900. И как только этот скин нам придет с вами в инвентарь, так, вот сюда заходим, историю выводов,
Вот они наши выводы. И нажимаем вывести. И как только этот скин придет к нам в инвентарь, мы обязательно продолжим ролик и посмотрим его в игре. Погнали. Ну что, ребята, вот нам и пришел тот заветный скин. Шел он примерно 2 минуты. Называется он Статрек Королева Пуль. Итак, ребята, предложение обмена у нас принято. И давайте-ка на этом заканчивать. Спасибо за внимание. У микрофона был Бог. Увидимся. Пока-пока.